Что такое инклюзия? Это слово подразумевает очень широкое понятие. Очень часто наше понимание социального взаимодействия основывается на понятии нормы. Общественное пространство и мероприятия ориентированы на среднее большинство. Не принимают во внимание потребности и возможности людей с иным опытом. Из-за этого игнорируются особые потребности целых групп, а полноценное участие в общественной жизни становится для них недоступным. Таким образом, эти люди насильственно исключаются из общества. Инклюзия — это процесс объединения разных групп людей в общественной жизни с учетом их потребностей. Инклюзивный подход позволяет создать одинаково комфортные условия проживания для всех без исключения. Мы разные, и это здорово. Но разнообразие не должно быть причиной ограничений. Все мы имеем право на образование и труд, участие в общественной и культурной жизни. Мы все достойны здоровья, самореализации и качественных развлечений. Чтобы обеспечить доступ к комфортной и полноценной жизни каждому и каждой, мы должны быть внимательны к потребностям тех, кто отличается от нас.